У области протягивается подрыхтовка до проведения выбора у мясовые советы депутатов. Выборная кампания зараз находится на этапе улучшения кандидатов. На перед дни завершилась подача заяв на регистрацию инициативных групп громадян, которые имеют намер вылучиться кандидатами у депутаты шляхом сбору подписов. С подробностями Людмила Салдина. У ответственности с Выборчим кодексом Республики Беларусь вылучать кандидатов у депутаты имеют право политические партии, працовные коллективы и громадяне шляхом сбору подписов. У Брестской городской территориальной выборчей комиссии сегодня отзначают великую активность громадян, которые вырашили вылучиться кандидатами миновито третьим способом – шляхом сбору подписов. Как раз на передадне завершилась подача заяв от этих громадян на регистрацию инициативных групп. У нас сегодня в городе образовано 40 избирательных округов. На 40 избирательных округов мы приняли 87 заявлений о регистрации инициативных групп. Из этих заявлений мы зарегистрировали 83 заявления. Одному гражданину отказано в регистрации инициативной группы, остальные в стадии рассмотрения. Довольно активная выборчая кампания назирается и в целом по области. На 3042 округа во все уровни советов подано 2085 заявлений на регистрацию инициативных групп. В областной совет на 57 округов, то есть, соответственно, на 57 депутатских мандатов, подано 59 заявлений на регистрацию инициативных групп. Кончатковая колькость инициативных групп станет ведома 21 студеня. До этого дня выборчие комиссии имеют право выучать представленные документы. Брестский городский выборкам у сёлетних выборах отзначает великую активность политических партий. С 87 поступивших у комиссию заяв 25 от громадян партийцев. По области таких 56 человек. У выборчих комиссиях чакают, что в ближайшие дни начнут вылучать своих кандидатов и сами политические партии, а так само працовные коллективы. Этап вылучения кандидата у мясцовые советы депутатов протягнется до 10 лютого. Людмила Салзина, Миколай Ковалев, областные новины, Брест.